Изучив санаторий Пропатрия, хочу поделиться своим мнением о нем. Начну с того, что полный видеоролик, где показано проживание, питание, лечебная база, а также разговор с врачом, есть на нашем сайте sanatoriums.com на странице санатория. Итак, Пропатрия 2 звезды, расположен в самом начале курортного острова. До центра Пещтян совсем недалеко. Питаются гости в собственном ресторане, который расположен непосредственно в здании Пропатрии. Качество питания, на мой взгляд, на санатории категории 2 звезды довольно-таки неплохое. Завтраки проводятся в форме шведского стола, обед и ужин по выбору из меню. Теперь о номерах. Есть 2 категории – стандарт и комфорт, которую особо хочу отметить. В данной категории есть система климат-контроля. Все номера качественно оборудованы и по комфорту не уступают номерам санаториев и спа-отелей категории выше на данном курорте. Подробную информацию о номерах, описание, фотографии, а также видео можно опять же посмотреть на нашем сайте sanatoriums.com на страничке санатория Пропатрия в разделе «Номера». У санатория собственное лечебно-оздоровительное отделение. Уникальность лечебной базы Пропатрии состоит в том, что в отличие от группы санаториев «Бальня», здесь в Пропатрии есть термальный минеральный грязевой бассейн, так называемый «Багниско». Здесь делают широкий спектр различных процедур, в том числе электротерапию. Рядом с Пропатрией расположен лечебный центр «Наполеон», в котором гости санатория проходят некоторые процедуры, в частности физиотерапевтические. Медперсонал здесь работает высококвалифицированный. Гостей принимают несколько врачей. Весь персонал частично владеет русским языком. В лечении используются местные природные факторы – термальная минеральная вода, а также грязь. В обоих этих дарах природы большое содержание сероводорода, а непосредственно в грязи содержатся анаэробные бактерии. Здесь также очень сильная реабилитационная программа. Все в комплексе дает положительный, а главное качественный эффект в лечении костно-мышечных заболеваний. Рекомендую санаторий Пропатрия гостям, которые хотят проживать по низкой цене, но при этом есть возможность проживать в очень комфортных условиях, в номерах категории премиум, а также тем, кому необходимо качественное, а главное эффективное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата с использованием местных натуральных природных факторов. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за авторскими видеороликами и бронируйте санаторий Пропатрия по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.